Привет, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим замечательный трюк под названием кардиографик. Но перед тем, как приступить к его изучению, я хочу немножко рассказать вам об одном сообществе под названием Magic 18. В этом замечательном сообществе вы найдете массу отличного мерча для фокусников. Через это сообщество можно себе заказать зажигалки, футболки, свитшоты, бейсболки и многое другое. Переходите по ссылке в описании. Ну что ж, а теперь перейдем к обучению нашего фокуса. Для этого трюка нам понадобится клей-карандаш, канцелярский нож, блокнот, в моем случае это блокнот формата А4, маркер, металлическая линейка и тонкая леска. Ну что ж, поехали. Итак, первоначально вам необходимо открыть блокнот на второй странице и сделать небольшой прорез. Чуть выше середины. Далее вам необходимо подготовить небольшую заготовку, которая будет имитировать вашу карту. К ней необходимо будет приклеить нашу леску, провести вот таким вот образом, и с другой стороны проклеить еще одним листом бумаги, чтобы получился вот такая заготовка. Чтобы ее подровнять, можно положить под что-нибудь твердое. Для склеивания я использовал обыкновенный клей-карандаш. Далее вам необходимо просунуть вашу заготовку в прорезь в блокноте. И в дальнейшем она будет у вас работать именно таким образом. Итак, я уже нарисовал мою карту на моей заготовке. Теперь нам необходимо подготовить наш гиммик для полноценной работы. Выдвиньте вашу карту так, как вам необходимо. И в том месте, где она заканчивает свое движение, сделайте пометку с помощью иголки. Приподнимите лист и сделайте сквозное отверстие. Теперь, когда вы сделали сквозное отверстие, проденьте туда вашу леску. Это делается для того, что когда ваша карта будет выезжать из блокнота, она не выехала полностью, а выехала только до того места, до которого необходимо. Теперь наша леска выходит с внутренней стороны. Нам ее необходимо вывести на наружную. Итак, наша леска доходит до нашего отверстия. Дальше проходит с обратной стороны листа вот в эту часть и выходит на наружную сторону альбома. То есть изготовить этот трюк вам не составит огромного труда. Теперь отрежьте небольшой листик бумаги и закрепите вашу леску с обратной стороны вашего альбома, для того, чтобы леска не расходилась в разные стороны. Натяните лесочку и ровно посередине приклейте вашу заготовку. Обращаю ваше внимание, что намазывать клеем необходимо только крайняя часть, чтобы середина оставалась сухой. Теперь нужно дождаться, чтобы это все высохло. Далее я изготовил вот такую чеку. К этой чеке я буду прикреплять леску, чтобы было удобнее пользоваться нашим гиммиком. Итак, задвиньте вашу карту в исходное положение для того, чтобы понять,
где будет минимальное расположение вашей чеки. Полностью ее прятать не обязательно, так как вы будете рисовать сверху маркером изображение колоды карт. Итак, как только мы все задвинули, можно привязать чеку к изначальному ее положению, максимально сверху. Теперь наш гиммик уже в принципе готов, и его можно использовать. Итак, разверните колоду карт и навяжите зрителю любым удобным для вас способом вашу карту. Для этого трюка я использую колоду карт Свенгали. Если вам интересен обзор на эту колоду и нескольких ее трюков, пишите мне в комментариях, я обязательно это сделаю. Далее вы раскрываете ваш альбом и рисуете, предположим, пиковый туз. Как только вы нарисовали карту, вы говорите зрителю, что это не карта, а коробка карт, из которой сейчас появится карта, которую загадал зритель. Для этого дерните за чеку с обратной стороны и выдвинете карту, которую загадал зритель. Далее вам необходимо повторить точно такой же рисунок на третьей странице вашего гиммика. И когда вы перелистываете ваш гиммик, перелистните вместе с ним еще пару страниц. Таким образом, вы сможете продемонстрировать зрителю изображенную карту на листе бумаги. Ну что ж, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока!